Семена редьки «Ночка» предназначены для посева на приусадебных участках и на полях фермерских хозяйств. Этот среднеспелый сорт был создан отечественными селекционерами. Срок от появления первых ростков до сбора урожая составляет 70-85 дней. Корнеплоды имеют привлекательную округлую форму и кожицу черной окраски. На поверхности расположены небольшие бороздки. Мякоть белая сочная, вкус слабо острый. Корнеплоды достигают массы до 350 граммов и имеют диаметр 9-13 сантиметров. Редька характеризуется отличной лёжкостью во время продолжительного зимнего хранения. Редька-ночка – это однолетнее растение. Редька прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Редька-ночка имеет среднеспелый срок созревания. Плоды редьки созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 230-350 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округлая. Цвет плода черная. Вкус слабо острый, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.